Закон за Кизет. Прочь, руки обрастели, твари! Они имеют такое же право жить на этой планете, как любой продажный мелт, как любой востолюбивый от политики урод. Они хотя бы вырабатывают кислород. Вместо дерьма, что несете на умы, всегда находясь на грани войны со своим народом, со своей молодежью. Великолепная Виа вызвала у меня массу патриотических чувств и любви, чувства любви к родине вновь проснулись ко мне. Спасибо во мне, спасибо. Все люди равны, но есть те, кто равнее. Это было просто очень круто, да, слэм драйв, вообще очень. Равнее других. Все люди равны, но есть те, кто равнее других. Все люди равны, но есть те, кто равнее других. Все люди равны, но есть те, кто равнее других. Ну, если бы привезли лет на 5 пораньше, я думаю, народу было бы побольше и поинтереснее было бы, потому что, ну, сейчас, ну, я не знаю, я эту группу слушала, наверное, на первом, на втором курсе, а сейчас я даже такая стою и даже песен не знаю многих, которые тут играют, я такая думаю, что я тут делаю? Любимая песня. Ну, я даже не знаю, я вот пришел, послушал пару, да, Limp Bizkit. Вообще очень большой фанат этой группы, и более того, я даже, можно сказать, был участником этого коллектива раньше, потому что, ну, лет, там, не знаю, года 4 назад у нас был очень большой тур с ними по СНГ, мы порядка, там, не знаю, 30-40 городов объехали в то время. Я в свое время даже, да, выскакивал на сцену, там, исполнял «Враг культуры», но это просто моя действительно любимая песня из такого старого творчества. Так, Талик, он представитель компании «Яндекс.Музыка» из Москвы, приехал специально на этот концерт сегодня. Привет, я их уже много лет слушаю, там лет 10, наверное, знаю точно, вот, и ну, здорово, что они здесь. Поделитесь впечатлениями о концерте. О, мы только сейчас попали на концерт, к сожалению, не успели вообще нифига. Так что ничего путевого по поводу концерта сказать абсолютно не можем. Можете, девушка, это все вырезать? На хорошо, самом деле. Хорошо. Как аппендицит. Ну что ж, на этом все. Мы услышали старые добрые песни, мы услышали что-то из нового альбома, мы узнали впечатления людей. Я думаю, что мы выполнили свой план. Вот, это была Ася специально для Гонзы. Еще раз. Все так устали, но все ждут.